21 век – время больших скоростей, неисчерпаемых возможностей и великих начинаний. Прогресс не стоит на месте. Каждую минуту в мире совершаются открытия, которые могут навсегда изменить привычный ход вещей. За ними скрыто гораздо больше, чем мы можем себе представить. Авиация, телевидение, техника, связь, интернет – работа всего этого невозможна без качественных проводников. Актуальность кабельной продукции растет вместе с темпами развития российских компаний. Появляется все больше областей, в которых необходимо применение проводников. Кабельная отрасль насчитывает тысячи разновидностей кабелей. Их количество с каждым годом увеличивается. В трейдерской компании «Кабель РФ» каждый сотрудник знает, когда нужен кабель. Ну, мы как работники можем объяснить, что это за кабель, для чего он применяется, как прокладывается и как он эксплуатируется. Соответственно, мы можем рассказать клиенту, что ему нужен действительно такой кабель, а не какой-либо другой. Рынок кабельно-проводниковой продукции не ограничивается производителем и потребителем. Важную роль в бизнесе сегодня играют трейдеры – компании, которые помогают экономить деньги и время клиентов. Кабельная отрасль сравнительно молода. Основные игроки – заводы-производители – уже заняли свои позиции на рынке. Время диктует свои правила, и трейдеры становятся важным звеном в цепочке взаимоотношений завода и потребителя. Кабель РФ берет на себя хлопоты заказчиков со всей страны по доставке, срокам и качеству кабельно-проводниковой продукции. Партнерство с известными, надежными заводами-изготовителями кабельной продукции и уровень сервиса позволяют Кабель РФ оставаться первыми в своем деле. Мы в первую очередь продаем комфорт, продаем услугу и продаем кабель. То есть можно обратиться на производство, заниматься от и до. Это нужно контролировать. Производство, выпуск продукции, сдача продукции, моменты доставки, отгрузки. Зачем это делать клиенту? Он просто обращается к нам и платит деньги за кабель и получает кабель. Все. В компании уверены, отличным сервисом клиентов встречают, таким же и провожают. Телефон здесь не умолкает ни на минуту. Заказчику помогут даже в том случае, если он не представляет, что именно ему нужно. В Кабель РФ знают о кабельно-проводниковой продукции все. Ну вот когда мне люди звонят, хочу помочь людям, да, там они иногда там звонят, ой, пожалуйста, очень срочно нужно, найдите. И вот когда находишь для людей там, которых я вообще ни разу не видела и не вижу, и они потом благодарят тебя, говорят, спасибо огромное, что вы помогли. На самом деле это очень приятно. Работать с людьми значит работать с душой. Там мы с человеком должны работать, должны знать, как у него дела, как он к вам относится. То есть уже налаживать не официальный контакт, а дружеский. С друзьями удобнее работать. Одним от работы важно получить признание и славу, другим – научиться чему-то новому. В Кабель РФ каждый сотрудник ежедневно готов помочь десяткам клиентов. Главная благодарность от клиентов – обращение в компанию повторно. В современном бизнесе ценность продукта важнее цены.